с витаминами и минералами. Кстати, БАДы – это не только витамины и минералы. Биологически активные добавки – это вещества, которые катализируют определенные действия в организме. И действует это очень плавно и мягко. Ну вот давайте представим себе. Вы едете за рулем машины. У вас есть машина. Умеете водить? Да. Да, да. Конечно. Умеем. Вот представьте, едете. У вас загорелась лампочка масла. Угу. Что надо делать? Скорее в сервис. Два варианта. Первый – поехать в сервис, а второй – выкрутить лампочку. Едешь дальше, и ничего не горит, ничего не мешает. Ну, а как? Мы же понимаем, что вред-то наносится. Естественно. Так вот, все лекарства, которые выпускают, они действуют именно так. То есть у вас болит голова, вам что дают? Таблетку? От головной боли. У вас давление, вам назначают таблетку. От давления, да. Температура? От температуры. Живот болит? От живота. То есть лечит симптоматически. Теперь скажите мне, если у врачей забрать антибиотики и гормональные препараты, что они смогут вылечить реально? Большинство болезней не вылечивается, а переводится в хроническую стадию. Человек живет и постоянно употребляет вот эти медицинские препараты. И сейчас идет огромная война между производителями БАДов и производителями лекарственных веществ. И в зависимости от того, какие проплачены деньги, у нас то лекарства все поддельные, да, то БАДы все это отрава и обман. Истина, как всегда, где-то рядом. Как работают биологически активные добавки? Они работают очень медленно, постепенно. Но они работают, выравнивая внутренний цикл в организме, выравнивая процессы обмена так, что человек выздоравливает. То есть можно сказать, что это элемент профилактической медицины, о которой врачи уже давным-давно забыли. У нас ее просто в России не стало. Мы лечим сейчас медицину по факту. Болит, туда и вводим. Если не помогает, то ампутируем. Угу. То есть, грубо говоря, если ты принимаешь БАДы, как я сейчас, может, я не так понял, то есть ты принимаешь БАДы, то БАДы помогают твоему организму бороться с твоими болезнями? Или как? Вот я всегда привожу один очень интересный пример. Есть всего два препарата, ну, медицинских, за открытие которых дали Нобелевскую премию. Один из них – статины. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, развитие атеросклероза. Борется с плохим холестерином. Uh-huh. А второе – это БАД, который называется коэнзим Q10 или убихинон. И великолепнейшее вещество, которое воздействует на сосуды, улучшая ее эластичность в 4 раза. А омега-3 жирные кислоты, признанные во всем мире. Сейчас все американцы каждый день употребляют эти омега-3 жирные кислоты, потому что они восстанавливают эндотелий сосудов, поврежденные углеводами. Когда вот образуются язвы от углеводов, от сахара, то вот они восстанавливают вот этот эндотелий. Единственное в мире, что может восстанавливать. То есть уникальные вещества, который лечит организм изнутри, нормализует жизненный цикл. Еще очень важно, если покупать уж биологически активные добавки, то очень важно такой значок. Это как знак качества раньше. Он называется GMP, три буквы. Это значит, что этот препарат сделан наивысшей качественной пробой. Угу. То есть шикарное оборудование стоит. Знак присваивается международный, то есть приезжают из Европы, проверяют все натуральные компоненты в основе. При похудении мы ограничиваем рацион питания. Да? Угу. То есть мы и так недополучаем определенные витамины, микроэлементы. А когда мы ограничиваем, то это вообще мизер остается. И вся наша биохимия...